Друзья, всем привет! Вот столкнулся с такой проблемой при заказе товара на Алиэкспрессе. Когда пытаюсь оплатить товар, выскакивает ошибка. Ошибка вот такого вот образа. Неудачный платеж. Как я решил эту проблему? Писал в банк, службу поддержки, разбирался, не мог понять причину. Видео для вас будет полезным, досмотрите это до конца. Есть такая фишка в банках, это 3D Security. Это дополнительный пароль, защищающий вашу вот эту вот пластиковую карточку. Потому что вашу пластиковую карточку могут срисовать, и там же не нужно при оплате, например, на том же Алиэкспрессе, не нужно вводить пин-коды, 4 вот эти цифры. А вот этот вот 3D Security, там идет специальный пароль, который вы сами устанавливаете и затем на компьютере у себя сохраняете. Это идет дополнительная защита. Я раньше этого не знал, это мне вот в службе поддержки сказали. Возможно, причина из-за этого. В каждом банке этот 3D Security, он должен быть. Там нужно зарегистрировать этот пароль. Вот у меня, в принципе, Беларусь банк. Заходим в интернет-банкинг, входим в счета, потом счета с карточкой, дополнительные услуги, и вот этот пароль 3D Security. Я в начале видео сказал 3D Security. Я извиняюсь, Security это охранник, а Secure это безопасный. 3D безопасный пароль, который устанавливается на определенную пластиковую карточку. Неважно, Maestro, Visa, MasterCard. Здесь очень простая регистрация. Я уже, в принципе, зарегистрировал карточку. Вот как она, в принципе, выглядит. Нужно придумать пароль с буквами и цифрами от 9 до 15 символов. Затем нужно придумать секретный вопрос, тоже от 9 до 15 символов. Подтверждаете это все, сохраняете, и у вас на карточке появляется дополнительный 3D вот этот вот пароль. Это очень сильно защищает вашу пластиковую карточку при каких-либо оплатах в интернете, потому что у вас есть вот этот вот 3D пароль. Как только мы вот этот вот 3D пароль Secure зарегистрировали, начинаем пробовать оплатить по новой наш вот этот вот заказ. У меня все равно заказ не проходил. Пишется неудачный платеж. Долго голову ломал, почему так происходит. Писал опять же в службу поддержки банка, на что мне банк отвечали, у вас должны проходить без проблем эти платежи. Все-таки нашел я проблему, а проблема была у меня в вот этом вот расширении BrowSec. Это VPN расширение, которое меняет IP-адреса в браузере. Как только я отключил это расширение VPN, у меня сразу же стали проходить платежи. Еще я рекомендую обновлять браузер до последней версии. Вот я сейчас хочу заказать вот эту вот электрическую убийцу для комаров и мух. Вот здесь указано Air Mile, воздушная почта. За такую цену они вряд ли пошлют. Скорее всего, вот этот магазин, он просто немножко лукавит. Немножко обманывает покупателя. Скорее всего, это будет доставка около 2 месяцев. Но все равно, в принципе, за эту цену я куплю этот товар. Кто не видел мое предыдущее видео, как можно занизить стоимость посылки, посмотрите обязательно. Ну и сейчас нажимаем подтверждение. И, в принципе, оплата должна успешно пройти. Если проходит снова неудачный платеж, значится, нужно поменять браузер. Лучше это делать на Google Chrome. Вот сейчас я покупаю на Firefox. Ну просто Firefox сейчас что-то морозит. Сейчас я перейду на Google Chrome, который обновлен до последней версии. И думаю, что платеж пройдет. Вот я пытаюсь оплатить с помощью
браузера Google Chrome. Кстати, у меня тоже BrowsX здесь отключен. Вот, кстати, выскочило окно. Это пароль 3D Security. Вот здесь вот нужно ввести пароль и нажимаем подтверждение. Вот, в принципе, спасибо за ваш платеж. Платеж успешно прошел. Ну вот, в принципе, вот такое вот видео. Кому помог, поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачных покупок, чтобы ваши посылки всегда доходили до вас и нигде не терялись.